В Самарканде построят новую газораспределительную станцию. С реализацией нового проекта поделился Ансор Мухаммадиев, начальник газового филиала «Худудгаз» Самарканд на прошедшей пресс-конференции. ГРС планирует построить в этом году в городке Кимё-Гарлар, где сосредоточено большинство промышленных предприятий Самаркандской области. Со строительством новой станции будут газифицированы порядка 100 производственных предприятий и около 15 тысяч домов в Самаркандском районе. Проектом предусмотрено провести 18 километров газовых труб. Станция будет построена в рамках госпрограммы по превращению Самарканда в город-миллионник. Напомним, территория древнего города расширится. Сам город разделят на 5 районов. Административный центр будет переведен на массив Голобот. С проведением новой газовой сети газоснабжение будет возобновлено в махалях Шурбуи, Шурбуйча, Найзатепа, Равонак и других сходах граждан, где природный газ отсутствует более 20 лет. Ансор Мухаммадиев рассказал также о проделанной работе. Так, в 2021 году проложено 11 километров газовых сетей. Улучшено газоснабжение свыше 16 тысяч домов и 12 объектов социального назначения, расположенных в 33 махалях города Самарканда. Кроме того, проложено 6,5 километров новых газопроводов для газоснабжения многоквартирных домов города Каттакурган.